Да, можем спасти, но нужно быть осторожными. Не хочу ее напугать. Не бойся. Мы не причиним вреда. Мы друзья, понимаешь? Друзья. Это обломок корабля девятой сестры. Вытащим его. Сейчас будет больно. Прости. Не попадай больше в беду. Она связывает тебя. Настанет время, когда эмоции, боль, изнеможение запутают тебя. Ты подумаешь, что отрезан, изолирован. Твой меч лежит здесь, вдали от тебя. Но вас все равно связывает сила. Возможно. Или шторм породили сами Зефа. Этот феномен настолько древний, что сложно сказать наверняка. Порой путь опасен, и напряжение высоко, все это чувствуют. Такое случается и с юными падаванами, и с джедаями. Что, нет? Конечно, да. Ладно, так и поступим. Полетим прямо в пасть тем, кто мечтает убить нас. Как здорово, правда? Всех приветствуем и отправляемся в тур по опасным местам галактики. Пристегните ремни безопасности. Кстати, о ремнях. Надо бы смастерить парочку для кресел. Сначала никто. Но я поняла, что учитель не нужен, чтобы узнать ее секреты. На Датамире магия повсюду. В воздухе, корнях, в воде. Даже в моей крови. Каждая смерть, каждая безвыходная ситуация порождает бойца, который не боится проиграть. Больше таких, и мы победим. Тот, кто очень злит Империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Думаю, изучив сферу, я найду нужную информацию и пойму, кем они были и зачем возвели такую конструкцию. Однако, один из даров приводит меня в недоумение. Статуи Зефа с чем-то вроде сфер в руках. Империя зиждется на страхе и безразличии. Объединяясь, мы бросаем вызов ее существованию. Война далека от завершения, но важно продолжать сражаться, даже если исход неизвестен. Одобряю энтузиазм. Но на Датамире одной смекалки и желания мало. А должно что-то значить? Слишком много великих умов сгубила погоня за порядком. Убежище, когда я был слаб. Просветление, когда я блуждал во тьме. Буду рада наблюдать, как ты истечешь кровью. Жду не дождусь вручить твою голову Цере. Цере предаст тебя. Это лишь вопрос времени. Стим тебе не поможет. Ничто не поможет.